Написав в себе офіційно в соцмережах, що ситуація загострилася на Східному фронті. Ну, якщо говорити про бахмутський напрямок, найважчі бої йдуть в районі Часового Яру. Що відомо за останні 24 години? Що, на жаль, ворогу вдалося зайти в населений пункт Богданівка і повністю його окупувати. Наскільки це загрозливо для Часового Яру? Ну, все, що зараз відбувається в районі Часового Яру, звісно, угрожає. А то, что сейчас обостряется ситуация, ну так это логично с одной стороны. Почему? Потому что не меняется личный состав. Ну есть проблема с личным составом. Сейчас есть проблема однозначно у нас с техникой, с боеприпасами, но это уже как-то решается. А с личным составом же вопрос не решается. И теми законами, которые были приняты, он не решен будет. То есть он будет не решен. Законы в основном связаны с поднятием штрафов, то есть это больше меркантильные интересы, коррупционные, не более того. А ребят на линии фронта не меняют, до сих пор не меняют. Почему? Потому что некем заменить, так как силовики остались под спецучетом, под бронью, все те там сотни тысяч силовиков, которые правоохранители, которые могут выполнять эту задачу, переключили на мобилизационные механизмы. Они не работают быстро, они будут работать, ну, сработают более-менее где-то через полгода, через год. К этому времени с такими темпами мы до Днепра отойдем. То есть вопрос вот этот надо решать, и чем быстрее, тем лучше. Ставить в строй наших правоохранителей, там есть механизмы, чем их заменять. Не останутся улицы без контроля, поверьте, там система работает довольно-таки устойчиво. То есть есть эти механизмы, и чем быстрее поставим в строй правоохранителей, силовиков, тем лучше будет, тем меньше территорий потеряем. Ситуация очень плохая. В районе Часовьяра, по крайней мере, сейчас уже видно и фронтальная атака, вот, кстати, как раз со стороны Богдановки, и полуобхват. Вот они двигаются вдоль трассы на Константиновку. Потому здесь очень срочно надо принимать меры, либо принимать решения. Ну, посмотрим. Но все-таки новая команда зашла. Смена Залужного привела все-таки, мы же это видим прекрасно, то есть к потере управления. Сейчас команда, может быть, успеет перехватить и на этом направлении, как успели, допустим, и решили вопрос в районе Авдеевки и Маринки, то есть там удерживаются более-менее позиции, то здесь так же само надо решать эти вопросы. Посмотрим на действия нашей команды, которая сейчас управляет этими процессами. Но еще раз повторюсь, без ротационных моментов, без механизмов демобилизации, замены, без постановки в строй вооруженные силы Украины, не перебрасывать Нацгвардию и лють пацанов не готовых для выполнения боевых задач, вернее, не экипированных, готовых, но не экипированных до уровня вооруженных сил Украины. Они готовы, их надо просто доучить, поставить строй, доучить и дать достаточное количество армейского вооружения. Забрать леденцы, забрать ксюхи короткие и дать реальное вооружение, которое должно быть по штату в вооруженных силах Украины. Они будут выполнять боевые задачи, их сотни тысяч человек. Пане Романе, до речі, от розвідка повідомляє наступне, що Путін хоче перекинути і перекидає війська з Тихоокеанського флоту. Чим це обумовлено? Це є великі втрати на фронті, чи він хоче збільшити угрупування на фронті в Україні? Ну, однозначно, потери есть, и ему надо, допустим, опять же, российские части на данный момент, те, которые выполняли боевые задачи на оккупированной территории, они потрепались, им так же самое, вот мы сейчас говорим за нас, надо полгода и менять. Так у россиян та же самая картина. Мы-то еще оборонялись, мы в обороне стояли, они наступали. Они зимнее наступление, естественно, они пообветшали, пообтерлись, и нужны свежие части. И вот один из механизмов – это переброска с того же Тихоокеанского флота. Но и заходить будут же части, пусть они будут свежие, но они не обстреляны. Ну, то есть будут заходить свежие, боеготовые, с одной стороны, не обстрелянные части. Но даже на это идут россияне, вот, запуская такой механизм ротации. То есть это объективная необходимость при выполнении боевых задач. А вот чтобы этого не делать,
вот так как Тихоокеанский флот, он же оголяет, он прекрасно понимает, Путин, что он оголяет то направление, которое сейчас тоже может вспыхнуть. Так вот, чтобы этого не делать, чтобы остановить вот такого рода замену, Путину сейчас нужно как минимум несколько месяцев, вот так до полугода тихой погоды, то есть замораживания. То, с чем они носятся и пытаются пропихнуть со всех утюгов, со всех проплаченных СМИ. Вот недавно были вбросы по поводу разных тем стамбульских через российские СМИ. Вбросы и ПСО в чистом виде. То есть вот пытаются пропихнуть тему замораживания в боевых действиях. А мы еще, получается, этому способствуем всякими разными мирными платформами, швейцарскими и так далее, и тому подобное, носясь по планете с формулой мира. Нам надо с формулой победы носиться. Но как вы яхту назовете, так она и поплывет. Формула мира может вообще, концепция мира может привести к капитуляции Украины, потере наших территорий, а потом и полностью исчезновению Украины с лица земли. А Украины и украинцев в том числе. Это же геноцидная война, это же понятно. Потому не с формулой мира носиться надо. Переименуйте формулу победы и поставьте на первое место восстановление территориальной целостности до границ 91 года. И носитесь с этой формулой по миру. Может быть, и лучше будет отношение, по крайней мере, понятное для лидеров в мире. Пане Романе, я от хотів би згадати Лукашенко. Сказав, що Білорусь не буде вступати в війну проти України. Чому? Тому що кордон забарикадований і там не пройти. І він там згадував про те, що там будуть стояти, можливо, французькі війська, допоки наші оборонці підуть на гарячі напрямки. Французам лучше розворачуватися із Румунії в сторону Одеси. Це оптимальний варіант. І дотягнутися до Херсона. Вот это для французького контингента оптимальне направлення. И авиационная компонента, и Франция самодостаточная страна. Авиационная компонента та же морская, сухопутная и воздушная. Особенно воздушная. Французские летчики, наверное, лучшие в мире в этом смысле. Потому как раз французам вот лучше туда. Вдоль линии границы с Белоруссией, если будет принято решение на ввод войск, оптимально разворачивать как раз польские войска. То есть поляки и так уже несколько сотен километров границы между Польшей и Белоруссией оберегают, они могут растянуться и на еще 1000 километров украино-белорусской границы с нашей стороны. А со стороны стран Балтии там оптимальный вариант разворачивать свои силы или подтягивать, допустим, Германию, немецкие войска. То есть вот Беларусь может быть в таком интересном коконе с севера. Немцы с запада и юга, поляки или украинцы. Потому Лукашенко прекрасно понимает, что у него 3000 километров, мягко скажем, недружественной границы. 3000. Одна только 1000 со стороны России, такая полудружественная, мягко скажем, страна. А вот наступать, а куда, он прекрасно понимает, куда наступать. На линию обеспечения, на фортификационное сооружение, которое отстроил генерал Наев под его руководством, по крайней мере. С 14-15 годов этого, ну я просто знаю его хорошо, да, я уже рассказывал неоднократно. 14-15 занимались фортификацией в районе Донбасса, их отстроили, три линии обороны, так они еще до второй не дошли, россияне. Вторая линия – это Карловка, Курахова, Черетина, а там еще третья – Покров с Доброполя. То есть там есть чем, было бы чем их оборонять. То есть техника, боеприпасы нужны. Ну и личный состав, естественно. Так вот, такую же самую линию обороны под руководством Наева наши войска отстроили вдоль украино-белорусской границы. Линия обеспечения, минные поля, фортификация, серьезные укрепления – все танкоопасные направления пройти практически невозможно со стороны Беларуси. Если бы такая линия обороны была отстроена до 22 числа, не в асфальт деньги закатывали, а просто отстроили линию обороны, не вышел бы никто и даже не мечтали бы не двигаться в сторону Киева, допустим, со стороны Беларуси или по северо-востоку Украины. То есть был страшнейший просчет, который стоил тысяч жизней украинцев. А вот сейчас она отстроена, вопросов нет. За год отстроили,
подняли, поставили. Там больше сотни тысяч наших военнослужащих рассредоточено. Примерно на 1000 километров около 100 тысяч военнослужащих. Только вот эти 100 тысяч можно заменить, если завести, допустим, те же польские войска и удержать уже отстроенную линию обороны. Но дело в том, что Лукашенко на нее не полезет. Он прекрасно понимает, он в ней завязнет. В первых километрах минных полей он завязнет и там уже поймет, что даже обратно уже не будет смысла идти. Потому Лукашенко это четко определяет. То есть это он уже даже в эфир начинает говорить, что нет смысла меня туда вообще в ту сторону двигать. Но теперь самое интересное, он по Витебской области топчется в районе Балтийских стран. Вот там надо разворачивать такую же самую систему обороны. Забирайте Наевов, это я, конечно, так в режиме, может быть, шутки говорю, забирайте Наева в НАТО и ставьте задачу, он развернет такую же самую линию обороны от Эстонии, Литвы и Латвии в сторону России и Белоруссии. Обменяется опытом и, по крайней мере, будут прикрыты страны Балтии таким серьезным пирогом фортификационных сооружений.